Футбол круглый год. В республике торжественно дали старт строительству сразу 4 новых крытых спортивных манежей. Один в Набережных Челнах. В скором времени футбольное поле под крышей появится в парке «Гренада». На символичной закладке первого камня присутствовала корреспондент «Челны-24» Ольга Ефремова. Старт строительству спортивных манежей дан одновременно сразу в 4 точках республики. В Тельмасте приняли участие Набережные Челны, Нижнекамск и 2 района Казани. Футбол в Челнах любят. Футболом интересуются, есть хорошая профессиональная команда. Сегодня футбол для нас наряду с дорогами, с детсадами, с благоустройством, которым мы занимаемся, является тоже приоритетом. Мы понимаем, что это настоящее будущее нашего прекрасного города. Об этом очень долго мечтали, потом очень долго говорили. И вот сегодня, запомните, наконец-то этот день наступает. В рамках федерального проекта «Спорт. Нормы жизни» начинается строительство вот такого сооружения в нашем городе. На символичной закладке первого камня собрались и юные спортсмены, которые смогут заниматься на новом крытом поле. Да, мы хотим иногда. Иногда в 35-й школе, иногда здесь. Мы занимаемся сейчас на Гренаде. Закрытом помещении можно заниматься зимой. Новый тренировочный футбольный манеж расположится между бассейном «Альбатрос» и стадионом «КамАЗ». К слову, в центре подготовки футболистов насчитывается более 700 воспитанников. В теплое время проблем с тренировками нет, чего не скажешь об остальных сезонах. С 1 сентября мы все уходим по школам, по средним школам, спортзалы, где как договоримся. И вот со строительством этого манежа у нас есть возможность заниматься прямо непосредственно здесь в манеже. Другой вопрос, дадут ли нам этот манеж, потому что он городской, а мы финансируемся ПАО «КамАЗ». Однако Наиль Магдеев развеял сомнения спортсменов, заявив, что тренироваться по графику на новом крытом поле смогут все футбольные школы города, в том числе и «КамАЗ». На строительство манежа выделено около 300 миллионов рублей. В нем будет располагаться футбольное поле размерами 90 на 45 метров, 4 раздевалки, медицинский блок, зона ожидания, обустроят и место для парковки. Новый тренировочный футбольный манеж площадью более 5500 квадратных метров будет построен вот за этим забором. Планируется, что заниматься спортсмены смогут здесь уже в следующем году. Ольга Ефремова, Андрей Буслаков, Челны-24.